Международный музыкальный фестиваль проходит в эти дни на Мальте. Конкурс пианистов – центральное событие. Исполнители отбирали в нескольких странах, приглашение получили 70 музыкантов. В финал же выйдут только шестеро. Как сообщает портал «Культура», время тура четко распределено: 50 минут на каждого. Конкурсанты выступают по расписанию. Прежде музыкальные состязания проходили в 11 городах мира, в таких странах, как Россия, Италия, Австрия, Германия, Япония и Армения. Международное жюри возглавляет Константин. Арбелян. На электронных инструментах соперники оттачивают сочинения Бетховена, Баха, Шумана, Листа. Финал конкурса состоится в столице Мальты, Валетте, где конкурсанты выступят с Государственным симфоническим оркестром Армении.